И всем привет, с вами я, Дэн, и сегодня я вам покажу, как делать левый шлагбаум. В предыдущем видео я вам показывал обзор на вот этот вот корабль. А сегодня я вам покажу, как делать левый шлагбаум. Итак, нам, значит, первое действие, нам нужно сделать вот такую вот деталь. Нам нужно две детали, 4 детальки 1 на 4, 1 деталька 1 на 6, 2 детальки 1 на 8 и одна деталь. И пока что одна деталька 1 на 10. Все должно быть вот так вот. Вот так вот. Это начало нашего шлагбаума. Потом вы увидите, что там будет. Вот делается эта деталька так. Сейчас я вам покажу, как ее делать. Итак, делается она в таком вот порядке. Сначала берем вот такие вот детальки. Делаем вот так вот. Потом цепляем 1 на 6. Потом такую же самую детальку. У вас должно получиться вот так вот. Эту детальку мы загинаем. Делаем вот эту вот 1 на 10 прямой. Дальше. Цепляем к 1 на 6. 2 детальки 1 на 4. Цепляем по бокам 1 на 8. И у вас должна получиться... Вот такая вот конструкция. Дальше. Мы сейчас делаем шлагбаум. К этой детальке 1 на 10 цепляем две такие же самые детальки. Вот должно получиться. И сейчас. Блин. Вот тут так вот. Если у вас маленькая дорога, то можете сделать вот так вот. Если вообще, можете сделать вот так вот, я оставить. Но я сделаю вот такую большую дорогу. Ну, шлагбаум может выдержать только две таких вот детальки. Потом он падает. Дальше мы делаем самоустройство, чтобы шлагбаум не падал все так вот, а он держался все так. Когда он закрывается, тут будет такое вот устройство, которое держит его. Я вам покажу, как его сделать. Берем детальку 2 на 12 и 2 детальки 1 на 6. Цепляем их. А одну детальку на один пин выставляем. У вас должно получиться вот так вот. Прикидаем наш шлагбаум. Вот пока что так получается. Дальше нам нужно взять 4 детальки. 1 на 2. Цепляем их к краям этой конструкции. Раз и вот два. Вот так вот. Возможно получится. Мне просто детальки эти так плохо держатся. А если у вас оригинальная лего, то у вас будет держаться отлично. Делаем то же самое, только снизу этих. Вот так вот. И у вас получается такая вот конструкция. Вот такая вот, типа лавочки, только с дыркой. Вот эта конструкция будет держать еще так вот шлагбаум. Вот так вот. Где-то муха.
Так, дальше нам нужно это все соединить. Но как? У вас будет такой вот вопрос. Мы берем две детальки 1 на 10. Цепляем их снизу. Вот этих вот деталек. Вот этой вот конструкции. Вот. Ой. Я сейчас сбухался. Если сейчас отсоединю, у вас должно получиться две таких вот конструкции. И еще сверху вот это вот. Должно получиться у вас вот так вот. Вот. Дальше. Приглашаем так же само. Делаем 1 на 6. С двух сторон. Дальше. Мы берем... дальше мы берем 4 таких вот детальки. 1 на 6. Цепляем их так, чтобы они не выступали за вот эти вот детальки 1 на 6. 1 на 2 на 6 мы их сводим в бок. Вот должно получиться вот так вот. Вот так вот. Дальше мы берем такие же самые детальки, цепляем их с одного боку на третий пин, а с другого бока тоже на третий пин. Не бойтесь, что у вас конструкция будет так шевелиться. Дальше между ними ставим 1 на 4. Вот такой вот конструкция будет у вас. И тут между этими двумя ставим шлагбаум. Может, до упора. Это если на однополосной дороге. Дальше. Дальше мы берем две детальки 1 на 8. Цепляем их к вот этим вот деталькам 1 на 6. Вот так вот, чтобы у вас оставалось что-то два пина. Вот так вот. Дальше. И с другой стороны так же самое. Делаем. Дальше. Берем детальку вот такую вот 1 на 6. Цепляем его в... притык. Если у вас не получается, то мы... ну, у меня тоже не получается, то сделайте вот так вот. Еще если он у вас будет гулять, вот так вот. Оттуда спереди мы ставим детальку 1 на 8. Можете плоскую, можете не плоскую. Я поставлю плоскую. Перед этим сделать вот такую вот конструкцию. Так вот. Она должна выглядеть. И... блин. Еще перед этим вставьте вот эту деталь. Можете, ну, чтобы она не выпирала, вот так вот сделать. Но я сделаю так. Цепляем ее к самому краю этому. Так, подождите. Лучше, чтобы эта деталька выпирала. Чтобы она соединяла эту конструкцию. Вот, у вас должно получиться вот так.
такой вот шлагбаум у нас получился. Еще, чтобы вот этот вот не двигалось. Можете сделать вот так вот. Поставить две детальки 1х4 и сверху прикрыть деталькой. Это любое можно. Но лучше деталькой 1х... Так, сейчас. Спасибо всем, что смотрели мои видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.